Хиджаб я ношу уже 5 лет. Ношу его 9 лет. Чувствую себя превосходно, комфортно с первой минуты. Я чувствую защиту, защиту Всевышнего. Это совсем другая жизнь. Это жизнь, наполненная смыслом. Настолько была сильная волна позитива. Трудностей абсолютно никаких нет. И я не жалею о своем выборе, потому что моя жизнь поменялась. И я действительно чувствую тот берекет, который Аллах посылает, когда ты делаешь ему шаг навстречу. Я счастлива, находясь в хиджабе. И я счастлива быть в хиджабе, альхамдулилля. Я бы хотела всем девушкам, которые стоят вот на пороге этого решения, не сомневаться в своем выборе ни на минуту.